Ну что, я уже в Добеле. До начала мероприятия осталось больше часа. Хочу посмотреть вовнутрь, зайти. Сейчас спрошу, уже можно или еще нельзя. Там все закрыто. Пойду пройдусь, посмотрю, что тут еще есть. Вот вид на Добеле. Вот этот домик возле реки закрыт. В аварийном состоянии, наверное. Вот лодочная станция. Походим, посмотрим. Думала, пока людей немного, зайти в музей. Закрыт. Стены высокие, наверное, где-то 5 метров. Все, спускаюсь вниз. Какие розочки, красота. Погода пасмурная, но надеюсь, что дождя не будет больше. Красивая такая тропиночка лежа. Можно пройтись, погулять. Возле речки Берзы. Вдалеке музыкальную школу видно на том берегу. Вот это серое здание, это все музыкальная школа с концертным залом, очень красиво. Здесь пока только ручеек течет, но еще раз показывает, что как строили вокруг замка был ров водой, потом высокий-высокий холм. Ну, ступенек, конечно, не было. Это сейчас сделали недавно. А там уже наверху сам замок, чтобы было менее доступно. Здесь вот посажены ромашки. Вообще лохматые-лохматые. Интересно. И там красные цветочки. Я не знаю, как они называются. Ага. Там тоже вон посадили уже. Тогда только готовили, сейчас уже посадили. Так что я зайду, посмотрю, какие там цветочки. Хочу поближе посмотреть вот эти красные. Мне понравились.
О, какие яркие симпатяги. Камни. Наверное, которые падали с крепости. Липы очень высокие. Видно, что много лет уже липам. А, это здесь, значит, сделано лекарственные растения. Сейчас посмотрим, какие тут лекарственные растения. Сейчас быстренько пробежимся. Ну, это я уже вижу, это поддорожник. Так, это поддорожник. Это у нас Ромеи шкумилитис. Это одна из разновидностей ромашки. Вот это тоже, оказывается, лекарственное растение. Я не знала, насколько. Это не пчелы, это эти шмель летают. Ну, это я знаю. Сейчас скажу. Это душица. Тоже разновидность душицы. Розовенькая и фиолетовая. Так, это у нас с русского перевести не могу. Ой, с латышского не перевожу. Не могу перевести. Вот это, по-моему, этот полынь. Да, это полынь. На полынь похоже. Вот это что у нас за цветочек? А, алтейка. Вот она как выглядит. Алтейка. Так. Это я тоже не знаю, как называется. О, это мята. Это я знаю. Это чистотел там. Это петрушка. Нет, не петрушка, сельдерей. Точно. Сельдерей. Вот эти желтые цветочки тоже не знаю, как называются. Ну, вот эти тоже не знаю, как будут. Это вот земляника. Вот даже еще ягодка есть. Спряталась за листочками. Это мелисса. Это полевой тмин. Маленький. Не прижился, наверное. Это не знаю тоже, как называется. Ну, это календула. Вот эти красивые шикарные цветы, это эхинацея. Ну все. Я их только на картинках видела, а теперь буду знать, как выглядит эхинацея. Не знаю. О, тут растение у нас раньше много было. Как оно называется? Нет, русский не переведу. Вот эти красивые фиолетовые листочки. Молодые такие бархатные, приятные на вид. Ну, розочки посадили. Это белоснежная лилия. Тут тоже не знаю, как называется.
Это 9 сил. Что у нас? Тоже, наверное, какая-то мята. Что лекарственное. Я не знала. О! Крылечка какая красивая. Я такого в природе даже и не встречала. О! Цикорий. Ой, ну да. Там какое-то другое название было написано. Бархатцы. Ой, я вот эти очень люблю. А мне не пережили сами. Ой, какое красивое название. По-латышски Саусреты. Это солнышко в огороде наступит, что-то вырывает. Ну, это барбарис. Тоже с ним название. О! Белая сморода. Вот эти цветочки тоже, я знаю, много. Это красная сморода. Розмарин. Ну, ландыши, да. Ландыши, не знаю. О, вот эти красивые листья. Красивые, пестрые. Изучаю лекарственные растения. Возле стен замка. Ну что, пора заходить вовнутрь. Заходить. Идет репетиция. Не репетиция, а настройка. Так, сейчас пойдем посмотрим. Наверное, уже можно идти в дворец. Это, наверное, для этих пушек места. На развалинах. Все посмотрим, можно ли пойти в этот музей или нет. Открытый или нет. Люди уже прибавляются, вон там лошадки пришли, так что мероприятие задумано грандиозное, я так полагаю, будет интересно. Развалины со мной. Ну, пока как-то так все это выглядит. Сейчас картину пока посмотрим или фотографии, что там.
поставили на обзорные фотографии, я так предполагаю. Вот это фотография «Праздник песен» в 35-м году. 4 августа 40-й год. Видно, в павильоне еще что-то было. Девушка гуляет с лошадкой. Красивая такая лошадка. Наверное, стервы-то приехали. Все продумано. Вон биотуалет стоит. Это 37-й год. Тоже мероприятие это было. Не знаю, в каком году, но видно, что здесь деревянный был пол. Сейчас деревянного пола нету, а так все сохранилось. На велосипедах 30-е годы. Какое-то мероприятие, которое организовало на территории замка, ну, развалин замка в 30-е годы. А, в 20-е, это значит где-то 50-е, 60-е годы были павильоны, где продавали напитки и мороженое, и было вот деревянный помост вот тут. Это 30-е годы какое-то мероприятие. Группа людей, которые участвовали в празднике песен в 1926 году. И президент Ян Щаксте со своей супругой Юстиной. Вот они. Не знаю кто, но вот группа людей. Видно, гости. Долгожданные гости или званые гости пришли на мероприятие уже.